Хотите заглянуть в тайный мир дикой природы? Мы отправляемся в самое сердце России. Здесь, на склонах гор Алтая, пасутся козероги и краснокнижные оргали. Среди скалистых уступов проворно охотятся манулы. Но настоящий хозяин этих мест – ирбис, величественный снежный барс. Грациозный, бесшумный зверь, грозный хищник, идеальный охотник. Приготовьтесь открыть мир, где красота и гармония соприкасаются с безжалостной борьбой за выживание. Самая неуловимая кошка в мире. Крупным планом. Ирбис. Хозяин Алтайских гор.